Так, посветлее. Сейчас, да. Давай, где получше видно будет. А, око. Ай. А. Так, темно получил. О, вытянись так. И вытянись просто вот красиво, да. О. А, так. Поплавай. Ты так поболтыхайся. А? Поболтыхай ножками. Ножками типа. Да, как-нибудь так. А, нечестно об этом. А? Об этом нечестно, да. Я тебя могу, да? О, здорово. Красиво смотришься. Ну покажи что-нибудь. Ножку покажи. Готово. Готово? Да. И все, процесс закончен. Вот, держи, я на круг. Камеру. Сейчас, я думаю, супер будет. А? Я думаю, супер будет. Сейчас посмотрю. Глазами смотрел, мне очень понравилось. Но почему-то грудь отбила. Ой. Слишком далеко летела. Россияне смелые, ликуют и горят. С Путиным беседовать желают все подряд. Сантехник и учитель, строитель и водитель. И, наконец, матрос, у каждого вопрос. Юрист, артист, директор, налоговый инспектор. И, наконец, матрос.
вопрос, у каждого вопрос. Позвонить пытаются, кидают смс, мямлятся и каются по поводу и без. Пенсионер с пакетом, красавица с букетом. И, наконец, матрос, у каждого вопрос. Вахтеры, шахтеры и даже волонтеры. И, наконец, матрос, у каждого вопрос. У матросов два вопроса, взгляд матросы глубоко. Первым делом братцы спросят про Виталия Мутко. У матросов два вопроса, взгляд матросы глубоко. Первым делом братцы спросим про Виталия Мутко. Снова ажиация в центральных новостях. А как у нас с ротацией на высших должностях? Вот кто-то арестован, а кто-то оштрафован. Один Мутко плывет, покою не дает. Командой всей гадаем, он что, не потопляем? Так не бывает ведь, пожалуйста, ответь. У матросов тьма вопросов, взгляд матросы глубоко. Первым делом братцы спросим про Виталия Мутко. У матросов тьма вопросов, взгляд матросы глубоко. Первым делом братцы спросим про Виталия Мутко. Сама Рина Савасия, Сима Рася Новинка.